Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня я хочу рассказать вам немножко о том, как я формирую эустому. Эта эустома была посеяна в начале марта. Такие были семена. 10 штучек здесь было в пачке. Это высокорослая эустома. Для более раннего цветения, конечно, нужно ее сеять в декабре, либо хотя бы в январе. Но у меня не было подсветки в тот момент, поэтому пришлось отложить посев. И для более раннего цветения также лучше все-таки выбирать низкорослые сорта гибриды эустомы, потому как они как бы зацветают на 2, наверное, 3 недельки быстрее, чем вот эти вот высокорослые. Одна эустомка у меня тут совсем не растет. И вот когда была вот эта эустома, вот такого роста, такого вот размера, она находилась в 200-миллилитровых стаканчиках и была перевалена вот в такие вот 500-миллилитровые более по объему стаканы. Некоторые эустомы, она не нуждается в формировке. Вот смотрите, эустомка вот эта сразу. Пошли у нее, много-много пошло таких побегов. А вот эта эустома, она у нас формировалась изначально в одну вот такую вот ветку, один вот этот стебель. И, соответственно, чтобы нам получить более такой красивый цветок, более пышное цветение, мы должны прищипнуть макушку. И тогда вот пойдут такие вот побеги. Будет больше соцветий и, соответственно, будет пышнее цветение. Но цветение будет немножко попозже. Так как если у нас мы оставим тут один стебелек, цветение будет гораздо раньше. А этим мы увеличиваем цветение, но немножечко его откладываем. И затем после прищипки, вот так она была более... В ранние сроки была прищипнута, поэтому она вот попышнее. Которая была позже прищипнута, она вот только начали отрастать дополнительные боковые побеги. Здесь тоже была прищипнута. И пошли такие побеги. Также эустому выращивают и в горшечной культуре. Некоторые даже оставляют ее на зиму, и весной она у них рано, где-то, наверное, в марте-апреле месяце, она у них зацветает. Затем ее также нужно будет из вот этих больших стаканчиков перевалить еще больше объем. Сейчас вам покажу даже, какие уже корешки пошли. Сколько много корней. То есть вся вот эта емкость, она оплетена корнями. Ну, это, в принципе, такие вот маленькие тонкости, как формировать эустому. Ссылки на все предыдущие мои видео о эустоме я укажу в описании под этим роликом. Но всем тем, кому информация была полезна, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч!